Паян ширин бірцігітте бадырмен тұрай Чывашнация телевидень эфирінже Нарспей телепаемына қыдардеш. Она умбілі шулғай ала Чываш республикин тавадивишлі артизы Валерий Иовлев, тада Зоя Якулева режиссеру герня. Телепоэмына Константин Иванов Шуралдын Радбар Шервуны жол житнине халылана болна. Поэма сценаризине Шамрыксин театрын артистизем калаплана. Спектакль сыбыгызине Пушкарт Республикин Слакпожинже Сильбиялинже Югерне. Оператор зем Валерий Овлев Сергей Мышев полна. Спектакль режиссер Вячеслав Оринов. Хирюеш выходжизем халь де артистин тада режиссер зене азинжин тухмаща. Аствап парзаманда. Вунике... Кашхине в униге сидит, в охотчебенде. И бир хевилянна в охотранде, артисене, ща кадра, керде предеклорат, керде предеклорат, пронде телепоем, хоин жанр бенде, ща гнбек, возим самахсим галамала, хевилян заларат, и бир васкат, оператор Сергей Мышев, он добирен пиде васкада, один добире, час рах, эльгеримес, пред хевилян заларат, один де, ну, эльгерде мршабах, ща заманда пиде, козакландя за ильме. Тогда дебр заманд, халь бирененде лажа жук. Лажа ба лажи бе майда жук чубыханде. Ибер мэлли дуромар халь бирен Валерий Николаевич Лукьянов. Инде шак лажа ба сиктерзе бумала инде ворман дырых. Шыпадаран тұттардымыр инде шыпадызым бұр бирен. Автобустар не ғыбарсыл артырымыр. Их сиксе бұрат бирен лажа жинже сиксе бұны бігінде. Чынжын лажа жинже сиксе бұны бігек болса дұхры. Паде мартизын инде ұнда еваланса кулады. Нарспири шуртырши кинжи заманцени епрешри уже этнографии музейнже югерне. Телепоэмара Ольга Почалкина, Николай Гордеев, Валерий Лукьянов, Валентина Сурикова, тада Шамрыксен театрын ыты артизизем выляща. Телепоэма Чываш республикин культурын фондынже пызык вырынжынать. Республика Глармали, Алена Алтухова, Андрей Шоклев.